Двигаемся на юг с севера. Двигаемся. Вдалеке видим сотрудника. И тут хобана. При надзоре за дорожным движением с использованием патрульного автомобиля. Его размещение должно осуществляться таким образом, чтобы он был отчетливо виден участникам дорожного движения. Действия сотрудников, влекущие умышленное создание помех для распознавания участниками дорожного движения, не допускаются. С той стороны тоже не видно. Здравствуйте. Здравствуйте. А почему у вас автомобиль стоит в нарушении 654 приказа? Ну, спрятано от других участников дорожного движения. Это, во-первых. Во-вторых, нарушением пункта правил парковки. Хорошо. А как вас зовут? Усмина Анна? Да. Ну, а представиться как положено. Оперуполномоченный отдел по контролю за оборотами точек. Уполномоченный. Хорошо. Остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на правой стороне дороги на обочине, а при ее отсутствии – на проезжей части у ее края. Ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части. Добрый день. Или уже вечер. Что-что? Лейтенант Куйбышев. Я так понимаю, вы водитель данного транспортного средства, да? Все верно. Почему он припаркован в нарушении правил пункта парковки, не параллельно проезжей части? Во-первых, он не вдоль дороги. Так вот, он должен стоять вдоль дороги. Это что это здесь? Парковка? Я знака не вижу. То есть он должен быть припаркован параллельно проезжей части по направлению движения, правильно? Ну, по направлению движения, если он рядом. Он должен вот так стоять. А вы его потому что здесь нет, здесь нет знака, который регламентирует. Здесь нет запрещающих. Да, и также разрешающих нет. Ну, знака парковки нет. Ну, я не должен стоять параллельно проезжей. Должен. Хорошо, окей. Тогда второе. Почему автомобиль скрыт от участников дорожного движения? Его не видно. Вот что с юга едешь, что с севера, его не видно. Его видно только, когда с Ноябрьска двигаешься. 654 приказ. Вам указано на то, что автомобиль должен быть виден для всех участников дорожного движения. Я его ничем не прикрываю. Вот здесь здание, вот здесь здание, деревья. Прячу. Здесь тоже здание и еще здание. Его видно со всех сторон, кроме задней стороны. Ну тогда примите быстренько обращение, я поеду. В устной форме так примите? Ну, я сообщу об этом. И зарегистрируйте его, да, потом? Конечно, вам же пусть нужен. Хорошо. Прошу привлечь сотрудника полиции, ваша фамилия, имя, должность за нарушение правил парковки и за нарушение 164-го приказа МВД. За неправильную парковку и за то, что автомобиль скрыт от участников дорожного движения, движущийся с северного и южного направлений автодороги Сургут-Салехард. Видеозапись имеется, предоставлю. Только сегодня вот у вашего начальника специально приезжал ко мне. За то, что здесь вот беспредел устраивают ваши коллеги. Данные будут сегодня? Ну да, куда сообщить. Давайте на электронный адрес быстрее будет. Б. Английская Б. Нет, не от кого-то не звучит. Михиенко. Есть? Ми.
и Янко Евгений Андреевич. Ну, электронный адрес. Школьное заграждение, где живет? В поселке Хананей. Нет, школьное заграждение. 51 статья Конституции не разрешает, и правила оформления тоже не разрешают. Электронный адрес Б. Справьте, пожалуйста, все нарушения. В правилах парковки четко прописано, что ваш автомобиль должен стоять любого участника дорожного движения параллельно проезжей части. Это во-первых. Рядом с дорогой. А вы сейчас... Я бы создал... Хорошо. Где вы стоите? Чего так написано? Сказали, чего так написано? Для чего? На трассе, когда стоит, я должен был стоять рядом с проезжей частью по путному направлению движения. Для того, чтобы другие участники движения... Видели, да. И не вводите их в заблуждение. Правильно. Все верно. В данный момент мой автомобиль не вводит никакого заблуждения. Я не обязан. Но ваш автомобиль сейчас припаркован в нарушении пункта правил парковки, потому что... Если знака регламентирующего правила парковки, а? Ничего. Да куст номер. Бесполезно с вашей дежурной частью. Вы регистрируете, конечно. Ответ мне на электронный адрес. Я буду ждать. Если даже не пришлете, все равно приду к вам. В полицию этот. Если парковка не регламентирована никаким знаком, то есть правила постановки автомобиля, правильно? Табличками. Соответственно, и знака парковки здесь вообще нет. Соответственно, эта площадка является обочиной. Верно? Но это же не прилегающая территория. Не прилегающая. Соответственно, если он автомобиль на обочине, он должен стоять параллельно проезжей части. И опять же, пункт, сейчас не вспомнишь, 64-го приказа МВД, говорит о том, что он должен, автомобиль должен быть виден всем участникам. Ну, хорошо, участникам. Перейду дорогу, и даже тут его не видно будет. Наверное. Даже тут не видно его. Со встречной полосы. Получается, сотрудник создал аварийную ситуацию, выдернув меня из потока, плотного потока движущегося. Вы объяснили ему? А он мне дал это объяснить? Я ему спросил, чего вы как черт из табакерки выскочили? Он сказал, нет, я никуда не выскочил. А вы сейчас на меня давление пытаетесь 19.3 статьей оказать давление. Ну, это согласно. Это незаконные требования сейчас вы предъявляете. Нет, я вас предупреждаю, если вы законные требования не выполните, назовите мне хоть одно законное требование. Вам. Чего? Пункт правила 1.1. Предъявите документы по первому. Есть по у нас такой требование. Пункт правила 1.1? Да, абсолютно верно. Может 2.1.1? Нет, 1.1. Часть 2.1.1, да? Нет, часть 1.1.